Всем привет, с вами Зазу, и продолжаем играть в Dark Souls. Давайте поговорим с ним. Well, what do we have here? You must be a new arrival. Let me guess, fate of the undead, right? Well, you're not the first, but there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Well, since you're here, let me help you out. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. So, off you go. It is why you came, isn't it? To this accursed land of the undead? И он нам рассказал, что есть два колокола. О, Humanity 3. Все приглашают очень вечно, так что мы их поглотим. Делали огонь. Так, металличка не разбрасывай. Нашли душу павшего героя. Больно бьются. Зараза. Получимся и продолжим. Душа пропавшего мертвеца. Большая крыса. Еще одна душа. Thank you.
ничего нету. Души нам нужны для того, чтобы принимать бодовал, а человечность, чтобы превращаться в человека и, не знаю, как это объяснить, зажигать сильнее костер, угрызить костер, чтобы давал он нам больше эстус флацков. Будет нам очень... Минус 2 сразу. И залучим там теперь. Ну как он? Получили шлем. Я думаю, у нас сейчас цель получше будет. Мы получили щит. Получше нашего. Ну, как раз и оденем тогда. Два копианоса. Попробуем их сейчас. Твою налево. Когда мы умираем, зарождаются все убитые мною монстры, а также я теряю человечность и души. Так что мы сейчас попробуем тут здесь пробежаться. Пробежимся. Сядем. Пойдем, отдаем всем еще.
Ну, сейчас вы получите. Так, мы подобрали все, что потеряли. Но при этом мы потеряли человечность, и мы теперь как бы мертвы. Какая разница между живыми или мертвыми? Ну, в данной ситуации. Но чем когда ты живой и чем больше у тебя душ, точнее человечности, тем больше шансов на хороший дроп. Так, тут у нас NPC. Well now, you seem to have your wits about you. Then you are a welcome customer. I trade for souls. Everything's for sale. Посмотрим, что он нам может хорошего продать. Так, еще один скамитар. Мы имеем, так что. Thank you kindly. Я решил, что лучше его убить, так как он выбрасывает хорошую пушку при его смерти. Так что, пожалуй, начнем. Gone mad, have you? You lousy rat, Yulia! Юлия! Find me. Так, мы получили ключик, человечность, камушек для оценивания надписей на полу. Так что и мы еще получили кучу катан, что нам очень, кстати. А, 14 сил нам не хватает. Сейчас мы все сделаем. Нам не хватает 14 силы, чтобы мы могли бы эффективно пользоваться оружием. Сейчас мы это и поправим. Не поправим, не достаточно. А, достаточно, сейчас мы. У нас есть пропадших мертвецов с души. Они нам дают по 200. Ух ты.
паролесный меч. Залечимся. Бомбочку. Ну, она нам не нужна. Ну, пусть будет. Получили ключик от НПЦ. Вот прямо для ящичка. Это Голпайн. Благодаря ему, мне кажется, мы можем затюнковать себе пушку, и чтобы она била бы электричество. Так, он избавится от него. Ну что ж, я думаю, на этом мы закончим. Там стоит черный рыцарь, которого очень тяжело как бы убить, и он бьет также не слабо. Так что встретимся в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, и до скорой встречи.